Так, вот начали маршрут. Land Rover 004 едет уже везде. УАЗик пока еще не совсем везде. Сань, ты тоже спускаешь, да? Да и да, он пробил, поехал. Я, конечно... Я говорю, такую ротиву надо брать. Слушай, поменьше-то, поменьше. А вот Land Rover тут вошел. Костян. На этих колесах как ежик. А тебе, говорит, травка письку щекотает? Нет, а мне щекотает. Блин, я застрял, походу. Да нет. Все нормально. Вон, едешь, наминай. Блин, я просто как на гусеницах еду. Понятно. Вот. Третий все-таки, это не 30. Во, наминаешь. УАЗик, сила. Не, все, видишь. Как будто понижения не хватает. Как будто давления не хватает, мне кажется. Не, давление точно нормально. Ты видишь, как? Смотреть свой манометр, как бы больше порога, да. Попробуй прям третью пониженную, как Антоха говорит, и ебашь. Ничего не будет. Ну давай, попробуй. Ну слушай, ну у тебя вот выше почти, уже почти по диск снега. Ну вот. Ну хорошо. Вот, привет. Вот, теперь я сюда должен поехать, да? Ну здесь очень много. Дело в том, что просто он сел уже. О, как хорошо ты вниз поехал сразу. Ну давай выдергивай, Костян. Автоматик, мощный мотор. Красиво, красиво. Я думаю, что это все должно быть скоро. Я думаю, это все. Туда езжай. Блин, раскачивает потихонечку. Не, он кстати потерял. Блин. Ну видишь, он потихоньку, я-то на все бабки навалил. Ну уже понятно, что машина не едет. Он задиагоналил. Вперед на 0.1. Нет, это не 0.1. Вот, пожалуйста, просто... Не понимаю, как я лопатой копаю. Смотри, что сейчас будет. Вот, это я понимаю. А все? Все, да. Я тоже хотел так сказать. Да, уверен, не начал давить.
Самое же главное — это давление. Нет, ребята, самое главное — это откопать нормально. Стегнем и спустим по-нормальному. Так ты уже спустил или нет еще? Ну я спустил, но как бы надо больше. О! Бля, это унижение было! Ну неплохо, кстати, действительно. Вообще неплохо. Я думал, вот как съедет, и достанет. Пробитый клинья уже ездит повеселее, конечно. Да, видел, была ямка, и он сразу раз присел мордой. Ну, однозначно можно сказать одно. Ратива едет. Вот видишь, он нагрёб, все равно он как бы двигается, а я нет. Вот так, сейчас я сниму, как будто он просто. Так это надо видос так назвать. Да говорю, это, конечно, не полом, где дядьки застревают. Да, это так, игрушки какие-то тут. Ага. Вот это, знаешь, там шиши и вот это, где за ними вообще ехать невозможно. Давай. Да блин, он проедет. Ну ты раскачиваешься потихоньку. Да блин, он сейчас пробьет. А я дальше уехал. А, слушай, ну он вывесился, вон, колесо вывесилось. Блин, пушка гонка. Как будто бы вообще не проваливает. А, ну тут просто, видимо, вот где дорога, как-то здесь идет. А ты земли уже докопался. Блин, даже снега спереди нет, а уже все. Ну так... что, мостом сел. Ну вот, мосты все же, да? Мосты все же цепляют. Слушай, а тут я даже стою. Вот туда, видишь, плавнее, плавнее. Закрыл. Не, глаза не закрыл, тебя снегом забрасывает. Кроссовец. Галлопер только на трассе сегодня едет. И обратно в эту же яму. Не, я там дальше. Что здесь все делает, а? Давай.
Ну я говорю, тут где-то есть дорога, но где? Бля, пиздец, как он переехал. Кто? Походу, меняемся ключ в ключ. Я больше так не хочу, я опять сижу, блядь. Я боюсь, там у меня проблемы будут с двумя детскими креслами, без дверей-то. Ничего, у меня тоже двое. Так. А теперь назад, сдавай, чё ты? Ой! Эх, зря ты сейчас газил. Ты видишь, пузом прёт. Всё хрустит. О, хорошо. Давай пробуй. Не вас там вообще приехал. О, хорошо. Конкретно? Хорошо приехал, да. Костян, мне кажется, тебе только назад и с разгону надо. Я не могу. А ты пробуй. Красавец! Поехал! Фу! Смотри, что делает, а? Небас фантастическое что-то творит. Но мы его недооценивали. Ой, это, конечно, нормально. Красиво, красиво. Сделает контент, да? Блин, ну жесть, конечно.